Так, привет, народ, это Альвинос, решил еще раз записать, может, не последний раз, отчет по игре на сервере Иркмана, сборка Диревуль 2018, какая она там, 18.2, обновление недавно вышло, вот, ну, я все же с Иркманом играю, кстати, познакомьтесь, вот Иркман, он, правда, не знает, он сейчас на работе, вот он АФКшит в квантовом костюме из и Industrial чего-то там. FTB Industrial Contraption. Вот. Ну, короче, мод пока недоделанный. Но он у нас занимается стеклом. Ладно, начнем, что мы тут понаделали. Занимается стеклом. Поскольку, видите, я убрал ускорители. Нам надо было много стекла, потом покажу. Ускорители, вот по чуть-чуть он работает. Работает это у нас все дело на лаве. Иногда, когда с сада приходим, я ставлю, закидываю незерак. Незерак превращается в лаву. Вот, на это требуется, по-моему, незерак требует на это магмовый тигель всего лишь 60 РФ, а из скоблы 200 РФ. Ну и вот бочку идет, и все это вот у нас работает. И она нас обеспечивает батончиками. Мы делаем вот такие батончики. Они вот берете, вот это делается, любая еда в консервы. Консервы, ну вот она, питательность имеет две ножки. Вот сюда. Получаете батончики. А эти батончики уже довольно-таки обильные. Почему-то этот костюм, если я беру с собой вот эти банки, он сам не кормит. Еще нашли, что вот эта шапочка, я даже не знаю, она под водой не работает. Вот, что случилось? Сделал 4К переработку, в 4, четырехкратную переработку руды. Наконец-то сделали так вот. Видите, сколько у нас ресурсов. Так, уран надо отнести сюда. Здесь у нас топливо делается. Вот. Ядерное топливо для механизма. Вот тут. Ну, кто смотрел. Так, отойду. Кто смотрел как его, мою игру на как она называется? Open Ocean, да? То тот запомнил, что вот тут вот делается топливо. Чтобы получить топливо, надо вот этот получить. Чего? Гексафлорид. Чтобы получить гексафлорид, надо фтороводородная кислота плюс урановая пыль, превращенная в оксид урана. Оксид урана у нас перемалывается, ну, в общем, вот это одна. Для получения вот этой цепочки нам надо любой уголь превратить в серную пыль. Серная пыль у нас превращается в диоксид серы. Диоксид серы с водой смешивается, получается триоксид серы. Тут вырабатывается водяной пар. Пар идет с триоксидом серы, серная кислота. Серная кислота смешивается с флюоритом. Вот она у нас. И получается фтороводородная кислота. Фтороводородная кислота смешивается с оксидом урана. Получается короче, вот этот гексафторит урана, который превращается в ядерное топливо. Вот, вот такая сложная цепочка. Ну а тут тоже нам надо хлороводород, который получается из соль. Ну, соли 2 миллибакета, ее заколебешься ты копать. Поэтому сделал там, потом покажу. Вот. И это нам дает 4х учетверение руды. Может тут. Так, подождите, а чё, я не то нажал, сортировка, отображение, только шаблоны, размер большой. Так, это у нас обычная, так, ткань труда есть, алюминий там не перерабатывается, серебротоносный сланец, вот.
общем, вот, смотрите. Сюда запихиваем... Нет, юзач. Сланец не обрабатывается. Да, блин. Там можно учетверение, упетерение сделать, но мне лень уже с этим возиться. Диплоцинк. Цинк, нет, цинк там тоже не перерабатывается. Блин, где, на чем показать? Угольная руда, интересно, она перерабатывается, четверица? Нет, нет, блин, да, на чем показать? Извиняюсь, что я тут так... алюминий там не перерабатывает, серебряная что-то пробовал, не пошла. Шарды, по-моему, тоже не перерабатываются, это не пойдет. Резонансная ора не пойдет. Ай, ну короче, вот. Рецепт, блок рецепта, как вот, usage, мы, вот он. Нет, не, ну вот, можно по этому пути идти, но тут надо серную кислоту делать, я не хочу. А я делаю вот поэтому. Хлороводород превращается в железный осколок. Железный осколок с кислородом в железную глыбу. Железная глыба дробит загрязненное железо. Загрязненное железо в это. И вот получается на выходе. Вот. Это у нас железо. Железо. Есть блоки железа, да. Вот у нас сколько тут всякой хрени. Вот. Она, в общем, вот так вот, видите, тут ее отпихаешь. Вот она разбивается вот на две. Но это, по-моему, 2х, если из чанков. Тут вот идет дальше. Загрязненная железная пыль. Тут, тут и, в общем, выходит. Вот, тут он водород, кислород вырабатывается. Тут он выхлопы сливает. Это что-то Иркман поставил. Верстак мастеров. Протокольный кандидат. Я даже не знаю, что это такое. Что она делает. Режим зарядки элементов. Резонирующий компонент. Стабильная катушка. Вот. Ну, главное, вот. Сделал вот эти, во. Стой, как он. Мехасють. Но его надо прокачивать. Вот. Так, тут автокрафт сделал такой, ну, надоело, надо было очень для мехасюита и для зарядки много компонентов делать. Сейчас вот покажу, обработать изображение без шаблонов, только шаблоны. Эти вот эти вот надо было делать, эти продвинутые, вот эти вот постоянно нужны, ну, поскольку мы механизмом занимаемся. Поэтому я вот сделал тут вот автоматику, автоматизацию. Ну, такая она, конечно, тут немного глюченная, но работает, вот. Вот, энергии у нас нету почему-то. А, нету, понятно. Реактор вырубился. Работает. А что у нас? Ага. Вот, ну вы знаете этот шум. Сделал реактор, вот я сделал. Он... 5 на 5 высотой, 5, еще ниже он идет, вырабатывает 9000 килоэрефов. Ну, слабенький. О, тут создал реактор. Его можно разогнать 25. Стоп. Можно разогнать до 32. Вот. И он будет работать стабильно. То есть из-за воды в основном. Вот. Тут подается. Ну, реактор видели на open, этот, на ocean блоке, по-моему. Там в шахматном порядке идет. Он, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5, 7 на 7 на 7. Вот, тут у нас вот топливо подается. Тут вода. Поскольку есть синк, то она бесконечная. Не знаю, слышите ли вы. Вот, потом у нас вот эта пар идет в турбину, и турбина 914 килоэреф. А поскольку я был в начале зелененький вот эти вот поставил,
И она у меня была, как это, ну вот, 115 гига РФ, ФЕ, а было на 9, по-моему. Вот, и за счет этого она маловато было. Так я вот потом зеленый сюда поставил. Но для него надо этот, два компонента. Вот эти вот ячейки и контролеры. Чем больше контролеров вот таких вот, тем быстрее энергия поступает. То есть оно вход регулирует. А вот эти ячейки, как они называются, хранения, они регулируют, сколько энергии можно в емкость. Вот, и эта структура может быть, по-моему, 18/18/18, там тиролеоны идут, вот. Ну и тут, естественно, система по переработке этого ВАСП. У нас вот тут вот бак отходы, отходы идут, ну я вначале буфер сделал, потом идут вот в эту вот ядерные отходы сюда, но поскольку ночью он не работает, потом ядерные... Вот эта вот штука получает плутон. Давайте я как раз и выйду отсюда. Так, ты не перегревайся. Нет, работает стабильно. Так, поспали. Вот день у нас. Вот, она вырабатывает плутоний. Плутоний с фторовой пылью дает вот эти вот... гранулы полония, вот полония, да, а полония это вот уже апгрейды для костюма и для всяких инструментов там, ну и прочей всякой фигни, вот можно делать, ну это в будущем я, наверное, займусь, не знаю, дойду ли, а термоядерный реактор надо будет делать, вот, ну а тут фтор идет, тут у нас, а внизу идет, тут наверное не видно. Наверное, не видно, да? Ну, короче, грохот тут нереальный. Я не знаю, его можно как-то заглушить или нет. Но пока стабильно работает. Вот. Уже если включу 33, он будет подвисать. Вот. Что хотел показать. У нас вот тут вот... Вот, идет труба вниз. Давай, бонзай. Вот, и тут у нас... О, еще Иркман добавил... Вот, тут у нас идут отходы. Сюда уходят все отходы. Это у нас отходное хранилище, потому что обработанные отходы, они уже... Так, где-то монстр ходит. С сумочкой. Это интересно. Я хочу ящик. Ту-ту-ту-ту. Блин, прикольно. Может, за музыку забанят, но фиг с ним. Где ты? Где-то тут. Я уж извиняюсь, что на камеру это... О, здорово. Кто? А, вот кто. Ты? Нет. Где ты? Где ты, блин?
где-то тут. А, вон он. Это... Отдай сумку. Так, сумка у меня. Где сумка? Эй, сумочку. Я хотел сумочку. А, столько времени зря, да? Да, вот такие вот тут пещеры, кстати. Вот эти кристаллы. Полезные штуки. О, у меня штука как работает. Так, сумку мне так и не дали, да? Жалко, конечно, столько времени потратил, но так ее не получил. Ну, вот не знаю, может, вот этими кристаллами займусь, они больше выдают энергии. Ну, вот что тут такие структуры, я не знал. У меня, в принципе, и свечей нету, да? Этих освещений нет. Блин, ну, обидно. Но у меня в сумке такая же тоже. Вот такой вот диск делается. Вот, улучшение проигрыватель. Я не знаю, он рандом, но я думал, блин, может, подожди, в сумку не могло попасть. Нет. Может, где-то сумка стоит тут. Я ж где-то, может, она выпала и стоит. Я помню, как-то, когда убил одного, он, по-моему, сумку оставил. О, уран. Ой. Вот. Потом покажу, тут модули стоят. Но я сумку не вижу. Может, он где-то ее сбросил. Скотина. Так, ну, не вижу. Ладно, перейдемся к делам насущным. Так, блин, где? Вот сбивают всякие-то, а как я тут вылез, куда-то что-нибудь зашел, вот оно. Жалко, ну да ладно. Давайте наверх. Ладно, не буду тянуть резину, я тут и тут нашел М. М. Так, М, Т, ТПшимся, вот, как раз я смогу показать, вот, видите, сюда пихаем, вот, она превращает 4 кусочка, 4 кусочка идут вот сюда, дробятся, и, в общем, 4х, можно сделать 8, 5х, по-моему, вот, у нас есть такой столик. Вот сюда кладем оружие, и он показывает шелковое касание, ускоренная добыча, установлен, видите, можно менять вот эти вот емкости. Так, как у нас там реактор активный. Ну, 9 гигаэрефов. Ну, этот совсем слабенький. Ладно, пускай он чуть пока поработает, пока я тут на сервере. Ага, энергетическая ячейка. Сейсмический пробовали. Я так и не понял, как он работает. Он вот этот планш ставишь, и он что-то там долбит, и этот. А, нет. И этот планшет показывает один столбик, что под вот этом месте. Может, как-то это поменять можно. Я не в курсе. Иркман, он тут вот занялся. Чем это он за Forbidden and Magic? Он тут. А, он и этим занялся. Так и сделал, да, пистолет. Вот, он делает вот эти вот вечные стелы, только я не понял, как это он делает. Вот он сюда кладет. Я попробовал эти компоненты положить, у меня ничего не вышло. Она не сработала, наверное, что-то там еще надо. Ну, вот. Смысл в том, что вот добываете извлекателем душ, добываете... Тут душ нет, а такие души... вечный алмазный молот кузнец. Вот эти вот дают вечность. Но не всегда. Вот, допустим, видите, я возьму. Они вроде есть. Вот тут это все делается. Почему-то вот на этот с зачарованиями. Может, из-за того, что починка, вот видите, не дает. Толку от него никакого.
На этот тоже не кладется. На этот лук тоже не кладется. То есть, если чарование есть, он что-то не особенно хочет. А вот, допустим, железное это, видите, он дает, пожалуйста. Вот, на квант, конечно, это накладывать не надо, поэтому я накладывать не буду. Так, что еще хотел показать? Ну, это Иркмана местность. Так, тут у нас пчелки, тут у нас латекс для... Этот докопал свою, вот, карьер. Но он не выгоден, поэтому он у нас простаивает. Вот он выкопал то, что нам надо, и я про него забыл. Потом взяли Immersive Engineering, вот планирую закончить. Вот, видите, у нас тут руды залежи руд есть. А, вот для чего нам стекло надо было, видите, что. Что мы построили? Купол. Вот, и для пробы я вначале сделал такой вот маленький шарик. Что-то не хотел строить, а потом вот большой получился. Вот, потом тут добавил, ну, сделал автокрафт, и мне вот, как видите, тут 40, по-моему, и тут 40 ветряков, плюс 2 вот таких ветряка. О, тут вот, вот у нас система по производству вот этой хлорной жидкости. Вот эта штука вырабатывает рассол, подогревается на вот это вот нагревателем, то есть ты замощный, да, ну давай 300 тебе дадим, нехрен жрать лишнюю энергию. Вот через тессеракт, тессеракты тут легко делаются. В общем, он вырабатывает из воды рассол, и из рассола мы получаем хлор и натрий. Натрий у нас используется только жидкий натрий. Для чего у нас используется только, по-моему, если не ошибаюсь, это что такое? Жидкий натрий, теплоемкость. Не знаю, что это такое. Ну да, он только он натрий. Только используется в ядерном реакторе как охлаждение, но там надо как-то компенсатор делать. Бойлер. Короче, с этим я связываться не хочу. Перегретый натрий, ядерные отходы. А, ну вот, перегретый натрий, это надо бойлер делать, который будет нагревать воду, и из бойлера уже все идет в как она называется, в турбину. Вот. А тут вот из так, в этой машинке мы получаем хлор, из хлора получаем хлороводород, который вот уже идет, вот хлороводород, который идет на ту 4x переработку. Тут остатки идут вот этого рассола сюда, в этот, вот в эту систему. Она жидкий литий дает, жидкий литий, ну тут 100 фетов, фиг с ним, жидкий литий. Жидкий литий превращаем в жидкий литий. Жидкий литий нам в литиевую пыль, да? Вот, литий. А литий это уже вот эти вот базовые ячейки. Да, вот они нужны на базовые ячейки, индукционщик поставки. Из базовых ячеек мы можем сделать продвинутые, вот что у меня стоят, из продвинутых элитные, из элитных совершенная индукционная ячейка, из нее все, да. Вот, а совершенная индукционная ячейка, она как бы, так, сюда, это что такое, проницательность, приманка, выпадает. Это не надо. Колотый глубинный слой. Диспозиция. Это можно цинк сюда. Туф. Глубинный сланец сюда. Засланец. Это выкидываем. Но это можем немножко переработать. Вот, получали уран. Вот пока там один уран обрабатывается, я тут
другой перерабатываю, чтобы полная вот это вот была. Так, что у нас там? Ну, вроде бы не перегревается, да? 17 гига РФов выработала. Вот. Что у нас по этим? 68. Перерабатывает? Нет. Вот единственное плохо, что день надо. Идем поспим. Вот благодаря этому... Вот этому я чарму я быстро сплю. Этим чпак и все. Иркман сделал нам вот эти вот ангел-ринги. Они тут легко делаются. Надо было элитром. Мы вот в краю побывали. Так, подождите. А у нас муфлер есть какой-нибудь? А то шумит, зараза. Так, у нас есть вечер муфлер. Или как-то это по-другому называется. Вот тут вот у нас... А, я этилен получал, и мне он потом не, стал не нужен. Вот и осталось. Поэтому я ее решил... Ну, тут у меня как точка растет. Она... Ты фига себе. А, 64. Ну да, это все быстро перерабатывает. А, это Иркман продвинутый уже сделал, да? Она он быстро... То есть вот картошка... Вот, картошка перемалывается в жареную, а жареная в 6. Просто вот, если посмотреть, юзач, ой, точнее рецепт. Видите, 4-5, блок мха невыгодно. Где-то вот из простой биотоплива 5 выходит, а из жареной 7. Поэтому я и сделал 7, хотя, в принципе, теперь можно было бы и напрямую пустить. Особенно мне вот это... Давайте так и сделаем. Оно мне, как говорится, надо. Драйверс. Где мои... О, все переработалось, что ли? Что у нас вообще по урану? Ур. О! Урана хватает, только работай, блин. Иркман накопал. Ну, Иркман там занялся этим цифровым... как он называется? Цифровым... цифровым майнером. Вот. Уран. Так, 40. Тут пока есть, тут 1к цианид надо забрать. Как у нас с топливом? Ну, ядерное топливо не особенно тратится, да? Тут 20 гига РФов. Тут копится. Просто мне вот еще надо будет вот эта вот вся штука для... для этих апгрейдов, для мехасюта. Вот их до хрена надо, вот видите. Так, подождите, отойду. Мехасют, юзач, вот. Добыча жила. Вот, ледоход. Что еще у нас есть? Шелковая коса, видите, они вот часто используются. Вот для этого и надо. Усиленный прыжок. Элитру я не сделаю, надо гранули антиматерии. Антиматерия — это долгий разговор. Это на химический кристаллизатор. Вот, а гранул антиматерии... А, вот, это делается СПС корпусе. Вот, тут еще нам гранулы плутония будут. Вот, так что я не знаю, когда этим для гранул плутония надо идти. Зачем я приволок? Ну ладно, пускай будет. Так, это ушло и ушло. Так. А, тут не рассказал. Блин, я хотел переделать. Пипа. О, нету.
А куда я их скинул, все эти пипы? Или они у меня нету? Где пайпы? Пип нету. Тогда тут пип. А, тут не что-то у меня рассинхрон идет. Пайп. А, наверное, трубы будет, потому что я русский включил. Трубы. Да, это уже не пайпы, это трубы. Так, это... Вот они, труба. Давайте переделаем. Как раз меньше электричества будет жрать. Ну, ускоритель энергии тут есть, но... Так, давай, дорогая, иди напрямую сюда. Слишком уж много, вон, 61к. И он вот все идет сюда. Эти вот штуки делаются легко, биогенератор. Блин. Биог. Вот они. Биогенераторы вообще там фигня дело. Вот, но я в него вставил мафлеры, они...